учителями солдат, ближе всего стоящими к их службе, жизни, постоянно находящимся в их среде. Нас случайно называют ближайшими помощниками офицеров. Наша главная задача состоит в том, чтобы готовить дисциплинированных, исполнительных, хорошо знающих уставы, физически закаленных, в совершенстве владеющих оружием и военной техникой специалистов, способных справиться с задачей по своему служебно-боевому предназначению. Надеемся за период прохождения службы показать достойные результаты по всем предметам обучения, что позволит вам успешно выполнить поставленные служебно-боевые задачи. Слово для выступления предоставляется вновь принявшему присягу рядовому Курля. Во что тут мор, блядь? Ой, еще раз. Уважаемые сослуживцы, поздравляю вас с праздником принятия моих. Сегодня мы стали настоящими солдатами Российской Армии. Перед нами поставлена задача по защите нашего Отечества. Мы должны достойно исполнить свой воинский долг. Поэтому будем постоянно оказывать содействие и помощь. Весь свой опыт, свои знания мы будем передавать вам, помогать осваивать нелегкое военное дело. Укрепляя дружбу и товарищество в подразделениях, сообща, мы достигнем высоких результатов служебной боевой деятельности нашей части. Быть верным воинскому долгу, значит всеми своими делами и поступками повышать боевую готовность. Любить былую мощь страны. И рядом с вами всегда будет плечо старшего товарища, ваши командиры, которые помогут и обучат мастерскому владению военной техникой и оружием. Пусть ваша служба в войсках станет предметом гордости вашей страны. Куда быстрее? Что это у вас такое творится-то? Вот черт возьми. Что-то дети там что-то чувствуют себя. Кошмар. Значит, не покормили и вообще что-то там у них забраняли. С 6 утра там солнце. Наверное, зачем так? Потом падает. Не говори. Смотри, что творится. Тут, наверное, командира за хвост где-то. Кошмар. Торжественному маршу!